Мисс Гилберт, это Макс Черри. Да, да, я его поручитель. Послушайте, Регги в большой беде. Я хочу вытащить его и хочу, чтобы вы взяли ответственность за него, пока я... Присаживайтесь. Да, сделайте так, чтобы он был там, когда я приеду. Это второй шанс для него. Они... Да, правильно. Хорошо, я рассчитываю, что вы поможете мне. Хорошо, спасибо. Передайте ему трубку, пожалуйста. Хорошо, Регги, мы все решили, ты понял? Сделай одолжение, дождись меня. Чем могу помочь? Куда мне стряхнуть пепел? Можете стряхивать прямо в кружку. Мне нужен залог. 10 000. Вы в порядке? Да. Я могу сделать себе кофе? Да, конечно.